Итак, через 8 секунд будет начаться матч. Все равно можно начать репортаж, то что надо сказать, что опять Тигры против Собернот. Второй матч. Первый матч, по-моему, 9-4 выиграли Собернот. Ну, сейчас посмотрим, что во втором матче будет. Вроде больше. Ну, нет, ладно, не важно. Или 10-4, ну, не важно. Замена вместо Сплинтера вышел Алекс. Как и должен был, собственно, в первом матче. Да, да, он просто не успел в матче. Ну, Сплинтер... на Тиграх теперь стоит кто-то на воротах у Тигров? Я думаю, Миррор. Миррор, да, вроде не говорили, что Миррор будет. Первый репортаж мы откровенно дурачились, так что тут, наверное, можно как-то более серьезно. Да, пожалуй. Не прошла передача, и... Сейчас, да, так... Отлично. Кто-то из красных игроков, наверное, это... Это Джерс. А, кстати, знаешь, что мы не сказали? Что вместо Райана... Ну, вообще, как бы, Райан у них должен играть. Сегодня играет Секси Бим. Ага, понятно. Ну, вот гол. Джерс, да. Первый в этом матче. Джерс открывает счет во втором матче. Ох, сейчас почти попал. Любят они дальние удары? Ну, это неплохо, если умеешь бить. Почему бы не пробить? Ну, да. Шайба в зоне Собернот. Спокойно ее вот так заносит и сразу на подхвате свой игрок. И смотри, как они здорово разыгрывают на скорости шайбу. Разыгрывают. Блин, с тобой невозможно комментировать иногда просто. Разыгрывают. Ладно. Это глюк микрофона. Да, да, 100%. Глюк языковой платы в голове. Знаешь, как сложно говорить, когда у тебя что-то засунут? Да, я понимаю, понимаю. Мне рассказывали. Ладно, не важно. И... Шайба летит мимо. В атаке Собернот. Смотри, как далеко выходит Лати. Правильно. Я слышу в этом некий намек, ну да. Да, да. Ну, все-таки, наверное, нашей команде такая схема не так. Ну, нет, мы не осилим ее. Да. Лучше, может быть, ну, может, когда-то к какому-то моменту мы придем к этому, но все-таки у нас это будет сложно. Ой. Ну, у нас у всех не хватает техники, я не говорю только про Логера и Айвери. Ну, все, заканчивай. Не стоит говорить об этом. Вот. И, ох, смотри как, штанга. Я не знаю, был ли сейв, или мне показалось. Иван? По-моему, это была штанга, хотя я не уверен. Нет, штанга-то там была, но перед этим был сейв или нет. Ну, не важно. Там в любом случае, счет 1-0. Счет остается 1-0, сейчас, возможно, станет 2-0, но мимо. Нет, не станет. Ну, Тигры держатся лучше, конечно, но они в оборону полностью ушли. Лучше, чем в первом матче? Да, да. Ну, пока рано об этом говорить, но, в принципе, возможно, да, я согласен с этим утверждением. Да, они сейчас в обороне. Смотри, как Собернот разъехались по всему полю. Да, вот это у них очень хорошо отточено, они знают точно, кто у тебя. Смотри, вот сразу на радаре сразу видно, как они разъезжаются и ведут передачу по борту. Угу. И быстренько сейчас на второго. Вот так вот, да. Смотри, вот чуть-чуть бы посильнее бы, и сейчас Секси вышел бы один на один. Ну да. Дальше я выключу, наверное, радар, потому что мешает уже при просмотре. Смотри, действительно, просто разыграли в легкую. Да, они, ну сейчас, видишь, чуть-чуть ошиблись, но все равно вот это очень хорошо отточено. Причем у нордиков почти такая же тактика. Ну, вот тоже они вот так вот быстро пытаются ее разыграть. Угу. Смотри, никто не нападает, ждут, ожидают. Вот это ошибка, вот надо прессинговать, потому что Латина может отсюда жахнуть так, что мало не покажет. Или вот такая ошибка у нас произойдет. Ну да. То они не идут, то идут сразу вдвоем. Ну это... Должен один прессинговать, причем очень хорошо. Латина надо бояться, он может дальним хорошо очень. Ну да, возможно. Может тут просить получится с разворота. Ну, вот что это за глупость, гадина? Нет, ну он хотел дать назад, но что-то не вышло. В технике, да, подвел что-то. Смотри, какая передача, отлично, а? Ну, просто, да, всю команду. Ну, единственное, что не прошел удар, но... На мой взгляд, очень много позиционных ошибок у Тигров. Вот в этом матче прям четко их видно, они... Вот почему он не прессинговал? Надо же прессинговать.
А тут он вот и хоп, передача, и прям насквозь двух, и сразу прием. Ну, уже не первый раз такое я вижу. Ну да. Почему-то, когда тигры видят шайбу рядом с собой, они собираются в кучку втроем. Да. Думаю, что так лучше защищаться. Это их надо было назвать волками, а не тиграми. Волки, да. Да, чтобы стая была такая. А, видишь, Мирар пишет, Мордгон пусть присоединит. Угу. Вот это правильно. То есть один должен прессинговать, второй должен стоять где-то на своей синей, ну, может, поближе, и пасти вот этих двух игроков. Ты опять что-то кушаешь, да? Что ты взял? Да так показалось. Видимо. Ой, не очень хорошо принял шайбу. Да, но может получить сейчас опасный момент. Кстати, ах, и Латина опять отлично вышел. И смотри, смотри, ну поторопился, да. Поторопился. Ну, в принципе, было. Между прочим, счет-то 1-0. А, да, так и остается. Но мне кажется, тут просто пока не везет Соберу. Ну не... да, Соберу что-то у них сейчас с обработкой шайбы. Они уже могли... Ой, ну это... Борт попал. Соберы должны были уже забивать пару раз, но не везет пока. То шайба соскакивает. Мне кажется, Собера вот почему-то они сейчас не бросают дальние. Вот еще ты обратил внимание, пытаются комбинационно. Ну, почему бы нет? Они ведут. Вот. Ну, я понимаю, там при счете 5-0 так играть, а 1-0 это очень скользко. Ну, возможно, возможно. Ой, сильно дал. Пас. Смотри, я еще ни разу не сказал слово «собственно». Собственно, да, ни разу. Да. Хотя на записи оно таким жестким образом добавится, я уверен. Да, да, да. Причем нелепым образом там. Да, шумами, совсем с другой обстановкой. Причем даже другим голосом, возможно. Вполне возможно, да. Ой, ой. Нет, ну тут он бы не мог развернуться. Это Бим вроде был, ну, принял шайбу. Мне кажется, они все-таки слишком играют комбинационно, вот они могут... Ой, опасно было, но... Да, он шел. И вот сейчас можно? Ну куда? Ну зачем бросал-то? А он сейчас выход. И Латина идет. Латина в этот момент должен реализовывать. Да. И... Да. Правда, он достаточно его неуверенно, на мой взгляд, реализовал, но... Да. Возможно, возможно. 2-0. 2-0. Тигры как-то неуверенно играют очень. Ну, очень как-то размыто. Mm-hmm. Ты очень сильно дышишь в микрофон. Твой голос сейчас был, не слышим. Ты очень сильно дышишь в микрофон. Вообще. Там, ну, даже принимает это несколько жуткий оборот, то есть... Как будто я говорю с драконом или еще что-нибудь. Просто... Ну, привет, привет, Скайрим. Все да. Дела. Я, кстати, так в него и не поиграл. Не поиграл? Ну, ты немного потерял, если... Ну, если, конечно, играл в другие серии Elder Scrolls. Нет, 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 я очень люблю Morrowind и Oblivion. Ну, вот... По мне так, ну, не очень часть. Я очень люблю Обливиан. Ну, если... А не, а я наоборот Моровинд больше. Ну, в общем, в Скайриме нет ни того, ни другого, поэтому... Ну, не знаю, ну, в любом случае лучше тогда уж Майнкрафт. Окей, окей. Ладно, мы что-то немного заговорились о серии Elder Scrolls. Ну, у нас тут другая игра, более серьезная. Более высокобюджетная. Да. Верно, верно. Ну и повороты, сюжетные повороты здесь. Угу. Намного более эпичны. Сюжет, правильно, как Олег сказал, и
удобность управления, легко осваиваемое управление. Смотри, они начинают просто забрасывать шайбами тигров. Ну вот надо было сразу бросать. Все, вот, ну вот. Гол. Зачем поспасовываться, когда можно бросить? Вот мы тогда с Латино комментировали, он тогда сказал о том, что уровень вырос настолько команд, что они пытаются вместо верного броска пытаются отдать передачу. Угу. И иногда это только хуже. Ах, мимо. Тиграм, кстати, сейчас еще второй матч играть, по-моему, не помню. СРФ. СРФ, да. И четвертая шайба. Ой, да. Что-то тигры не в форме. Да, тигры совсем что-то меня удивляют. Как-то не идет. Ох, какой сейф. Мега сейф, просто бесспорно. Не знаю, летела ли шайба в воротах, но это было в любом случае очень красиво. И пока Миров писал, собственно, да. Начался перерыв. Да. Вот к чему я вел. Не удивлюсь, что он сейв сделал тогда, когда он писал. И выбрасывание. Очень много проигрывает, по-моему, выбрасывание тигра. Ой, как запутались. О, как отлично прошел. Можно бросить. Сейв. Странно. Это, по-моему, опять Мира сыграл хорошо. Сейчас гол. Да. Блестящий. 5-0. Очень спокойно. Супер. Играют. Ну да, они разогнались. Даже не знаю, кто сильнее. Нордики или Суберов. Знаешь, так смотря по матчам. Я еще не смотрел, я не видел ни одного матча Нордиков в чемпионате. Ну, я могу сказать, что даже с Эрзе, они хоть там и обыграли РФ с Эрзе. Угу. Но там, так сказать, на РФ все-таки не так это явно будет отображено. Вот с тиграми другое дело, команда с таких серьезных людей, а вот 5-0 уже. Мне что-то, знаешь, ассоциируется Соберно с Реалом, а North Union с Барселоной. Да? Да, не знаю почему. Действительно, учитывая то, что это хоккей. Да. Ой. Жаль, если бы сейчас забил, было бы очень красиво. Ой, Иван, вы еще здесь? А, да. Чудно. Просто что-то. Вы затихли. Я надеялся услышать ваш отличный голос. Ну, как всегда, впрочем. Вот, помолчали. Да, ладно. 5, в принципе, еще 3 минуты целых. Ну, я думаю, все-таки говорить... Ух ты, посмотри, какой гол. Возможно, это, конечно, везение, но шайба прикольная. В любом случае, шайба в воротах и счет 5-1. Размочили. Что? Я говорю, размочили счет. Ну, мне стало не лучше слышно, что-то какая-то проблема. Связь была. Тебе, наверное, послышалось что-то опять? Не, мне послышалось смочили, понимаешь? И мне показалось... Как-то все понимает меру своей испорченности? Ну, конечно. Не буду делать выводы относительно. Относительно не знаю чего. Ну, не важно. Я думал, ты никогда не закончишь. Ну, тут... Ох, смотри. Если бы еще и не зацепился, то вообще хорошо. А так, мимо. Иван, ты меня слышите? Да, я слышу. И получаю наслаждение. Получаю наслаждение, от господи. От ваших трелей. Получаю наслаждение. Как? 6-1 наверняка будет. Ну, господи, что это за красиво такое? Получай наслаждение, это как Форест выглядит фиктивным, или как-то так. Что ты писал, блядь? Я, блядь, не знаю. Какой Форест? Господи, это тупое видео. Из фильма Форест Гамп, как он? Форест Гамп, с этим, с кривым переводом? Да. Лес выглядит фиктивным, да. Вот что я пытался сказать, а не Форест.
получаю наслаждение. Хорошо, наслаждаюсь. Вот, спасибо. Спасибо. Очень вовремя. На самом деле, просто я родился в Израиле, и у меня проблемы с русским. Печально, печально. Еще и еврей. Да. Спасибо. И штанга. Второй удар и... Мимо опять. Ну, что-то не везет уже в последнее время. Да я бы не сказал, что не везет, как бы счет 5-1. Ну, все равно могли уже несколько моментов легко... Ну, играть. Знаешь, всему надо знать меру. Ну да, видимо. Сама Шайба думает, что уже пора достаточно. Ну, если честно, я не уверен, что Шайба думает, поэтому... Я бы поспорил на этот счет, но меня могут Так, да. Ой, блокировал шайбу. И очередной удар, и мимо ворот. Печально, печально. Ну, сейчас уже много бросков, и все они не попадают в сторону. Шайба попала на ворот. Красивый был бросок, но шайба не попала. Створ. Ворот. Ворот. Матч закончен. И сейчас с Тигром предстоит игра с РФ. Да. Ну, на этом матч с вами был Иван и Аристарх. Аристарх.